Добрый вечер, дорогие друзья. Пообщаемся с одним из рыбаков, покидающим общий водоем, так сказать, первооткрыватель льда в трех пескарях. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходила сегодня ваша рыбалка? Что по ощущениям? По ледику-то побегать не... С утра было стрёмно. Был так ледик, где-то в районе 4-5 сантиметров здесь у края. Потом нашли лазейку, где-то 10, а может и 12 сантиметров ледик. Но он так идет полосой, так что уже не стрёмно. Шуги много? Шуги там есть в некоторых местах, но ее лучше обходить. Там, понимаете, есть такой, как бордюрчик. Вот по нему и за него нельзя заходить, потому что там все-таки слабовато, можно и поплавать. В основном сегодня я уже ходил вот перед отъездом, там уже ничего не трещит. Желательно, конечно, спрашивайте, куда ходить, куда не ходить. Я надеюсь, завтра я натяну эти, шнурки, которые там. А мы вам нужны здесь в помощь завтра? Натяну. Я буду вам помогать. Шутка. Конечно, надо помогать ребятам. А как? Пока, допустим, не клюет, что делать? Давай лучше чуть-чуть. Спасибо. Яркие примеры, и здорово, если действительно рыбак остается небезразличным к тому месту, где он ловит, и к тем, кто здесь работает. Спасибо. Просто безопасность, она всегда должна быть на высоте. Согласен. Расскажите по рыбалке. Что сегодня выделите? Что расскажете? Вот сами видите, рыбалочка-то моя, 9 штучек. Правда, сходу много, еще не привык я. Сходов у вас много, действительно, да. У меня даже сегодня... Одна форелька, наверное, хорошая, разогнула крючок, а вторая, я ее даже не смог, тащил, но она оторвала крючок. И так, штук 5 было сходу, да. Конечно, жалко, форелька может погибнуть, но что сделать из тебя? Ничем ее не нет сам багорик. Для этого багорик нужен. А я там правой рукой багорик делал. Да. Прекрасный багор, правая рука, да? В основном так, сейчас скажу. 2 штуки я поймал на сыр-щербет. Поклевки были плоховатые. В основном работал, у ребят тоже армяне со мной были. Мы четвером лазили по водоему. А у них был один желтый сыр. И у них она работала. Но уронили они, ребята, я вам скажу, очень много рыбы, потому что они старались, у них снасти не зимние, а летние. Не все профессионалы, давайте скажем так. И понимаете, они втроем тащат, лучше по один тащил, и было все нормально. Так, желтый сыр у меня работал где-то после обеда. Хорошо брал, но в основном работал сыр-чеснок, там я не знаю, как он называется, рыбка нарисована, в основном он срабатывал. Блюсинки пробовали? Я не любитель этой, я люблю тупо или поплавок, или... Тупо. Пасту я люблю так, и мне просто терпения не хватает блюсинку делать. Хорошо, риторический вопрос. Рыбалкой и отдыхом довольны? А вы думаете, как? Я? Конечно, хорошо. Доволен. Слава Богу. Всего доброго. Спасибо, говорю администрации, что разрешили мне все-таки делать первооткрывателем. Быть первооткрывателем, да? А то могли бы запретить, и я бы обиделся, и все, уехал бы. Я и не обиделся. Так я не обиделся. Я сегодня на высоте, вообще-то. Хорошо поймал. Всего вам доброго и до скорых встреч. До свидания. До свидания.